за 15 лет до ареста. В 93-м на одной из деловых встреч Виктор Бут знакомится с Ричардом Чичакли, бывшим американским военным, а в 90-х управляющим свободной зоной торговли в аэропорту Шарджа. Пользуясь старыми связями в Пентагоне, Чичакли выводит Бута на сверхприбыльные контракты. Виктору Буту предлагают переброску военных грузов по заданию Пентагона. Исполнительный, хорошо организованный российский бизнесмен пришел с американским военным ко двору. Он начинает возить продовольствие, топливо, медикаменты и амуницию, а позже военную технику и оружие в Ирак и Афганистан. За год на контрактах с администрацией США Бут зарабатывает свыше 60 миллионов долларов. Но в какой-то момент деловые связи Америки и Бута внезапно рвутся. В 2006 году, выступая перед Конгрессом с докладом о ходе борьбы с международным терроризмом, Джордж Буш называет имена тех, кто, по его мнению, снабжает продовольствием, а также вооружает боевиков. В этом самом черном списке вдруг появляется имя Виктора Бута. Буш в гневе. Он называет Бута своим личным врагом и врагом всей Америки.